Протестная акция у Верховной Рады продолжается. Возле парламента по-прежнему стоят палатки. Первый вице-спикер Ирина Геращенко сегодня назвала действия пикетчиков популизмом и игрой в рейтинги, призвав при этом лидера самопомощи Андрея Садового оценить действия своих подопечных, в частности, дымовую шашку Семенченко в парламенте и драку Соболева с участником АТО на акции протеста возле Рады. Кроме этого, на своей странице в Фейсбуке Геращенко написала, что Украина начинает отопительный сезон с рекордно низким запасом угля, и, опять же, по ее мнению, благодарит за это. За это следует также фракцию «Самопомощь», поскольку эта политсила была инициатором экономической блокады оккупированных территорий Донбасса.